Магазин Workout. Лучший спортивный инвентарь для тренировок. Всем привет, друзья! Сегодня будем разрывать стритлифтинг. Я сделаю, попробую КМС на бросьях и также подтягивания с 8 килограммами. Смотрите, у меня тут 1 килограмм, 2 килограмм, 2 килограмма, 1 килограмм, 1 килограмм. Еще я взвесил этот пояс, он весит 800 грамм. И еще у меня телефон в кармане, он 200 грамм. И всего получается 8 килограмм. Очень рифмованно и складно. И досмотрите это видео, пожалуйста, до конца, потому что в конце будет офигенный розыгрыш на 100 баксов от MyProtein. Полетели. Ребят, я после Москвы поднабрал, я уже вешу не 68, а 70. Видимо, я слил воду там и остальное, и жирок, но сейчас уже поднабрал. Я вешу 70 килограмм, поэтому смотрите, у нас получается коэффициент, который нужно сделать, это 3,8. То есть у вас таблица будет сейчас на экране. Умножаем 70 умножить на 3,8. Разделить на 8 килограмм. И мы получаем 33 раза мне нужно сделать на брусьях. Мне кажется, это довольно легко будет. Давайте попробуем для КМС. Я буду делать на максимум. Так, друзья, такая тема, что кроссовки у нас не входят вообще в план, они весят еще килограмм. А нам нужно, чтобы четко было 8 килограмм. Телефон по-прежнему в кармане. На мне 7 килограмм. И что, полетели? И ремешок тоже 800 грамм, напомню. 33 раза надо сделать. Yeah, we gon' live, we gon' fight, off the cliff, take a dive, swing and miss, feel alive, get back up, we gon' ride, never stop, living life, take it off, take a dip at night, pretty girls, pretty sights, city girls and city lights, here I go, I'm gonna reach for the stars, I'm gonna reach to go far, you already know, I've had a couple of scars, they remind us who we are, take me away, off to a much better place, off to a much better state, take me away, I just need out of this space, I just need out of this place. Oh yeah, wouldn't that be nice? And when you need to revive, just take a deep look inside. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. 36. Ну нормально, КМС есть. И сейчас я тоже попробую сделать КМС с 7 килограммами. Мне надо сделать 26, так как я вешу 55 килограмм. Тоже телефон положи в карман, 200 грамм весит. Я ж там еще сначала сколько-то сделал. Так, друзья, переходим с Андрюхой к подтягиваниям. 8 килограмм остаются. Мне нужно сделать 19 подтягиваний, Андрюхе нужно сделать 15. Вообще, на самом деле, я не понимаю, как это получается, что с 8 килограммами мне нужно сделать 19, а с 24 16 на мастера спорта. Вот, это странно очень как-то. Там розовенькая вот эта полосочка в табличке, это как-то очень странно. Я не знаю, что она означает, но мне кажется, это какой-то легкий уровень. Но неважно, сейчас будем делать тупо на максимум, а сколько получится, посмотрим. Ну что, ребят, я готов. Сейчас нужно сделать больше 19. Попробую сделать на максимум, сколько получится. Ну, после брусьев уже как-то подзабились предплечья, но будем стараться. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur. Сложновато, 18. To her toes, yeah, they say that she's a bad chick. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it. 20, ладно, хватит. Что-то руки реально подзабились. Сейчас посмотрим, как Андрюха сделает. Ах.
руки ниже разгибай. О. Нормально. Сделал. Сколько? Ну, 18. Друзья, у нас тут Даниил присоединился. И он тоже попробует сделать подтягивание. Ты сколько весишь? 70 килограмм, так же, как и я. С 8 килограмм я буду делать. Давайте посмотрим, сделает он 19 раз или нет. Телефон ложу. Короче, ребят, это у нас доп. Вес. 200 грамм он обязательно нужен. Так, типа вот так, да, зажимаешь? Да. Мне нужен 19, да? 19 раз. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she loves strong, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. Это максимум было или как? Нет? Это не совсем максимум. Не совсем максимум было? Да, короче, а вы говорите, ребят, что я занимаюсь, короче, с дрыщами. У них КМС, блин, КМС по подтягиваниям, по брусьям. А вы сделайте КМС, пишите в комментариях, сколько у вас 8 килограмм получилось на турнике и на брусе. Что, друзья, вот такие вот у нас результаты получились. Я не знаю, на самом деле, почему розовеньким выделена вот эта полосочка там в таблице. Напишите в комментариях, почему, я вообще понятия не имею. Может, какой-то облегченный вариант, либо что, но нам было довольно легко, потому что там я делаю мастера спорта почти, а тут вообще изи. Вот, что у нас получается, значит, у нас все взяли КМС, а вы говорите, что я тренируюсь с дрыщами, типа, и все такое. Вот такие вот дела, и на самом деле, ребят, как я и сказал в конце, на 100 баксов у нас розыгрыш от MyProtein. Первое, вам нужно подписаться на YouTube-канал MyProtein Russia, это первое условие. Второе условие, это нужно оставить креативный какой-то интересный комментарий у них под последним видео. И третье, обязательно подписывайтесь на мой инстаграмчик, потому что там пройдет розыгрыш, и там обязательно нужно быть подписанным, чтобы я видел, что вы подписались на все вот эти пункты. И также подписывайтесь на ребяток, это просто уже как бы за участие. И, короче, все будет круто. А так, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, какой у вас там результат получился, КМС, линк КМС, МС, что-нибудь там еще. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Пошли отсюда, наркоманы!